панели. Щебень, бетон, фасады. Чтобы были красивые. Фасады. И газон или бетон? Чтобы были красивые. Где эти бетонные фасады? На газоне. Сотерянные огромные камни, принесенные ледниками, забыты, затеряны. Ты говоришь, их принесли на площадку. Здесь, во дворе. Между раз, два, три, панельными домами. Но нет. Затерянные были тут раньше. А когда ледники ушли, вокруг трех домов четыре больших построили. Vielen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben. Kann man sagen, dass diese ganze Geschichte mit Theater in Moskau verdanken wir am Goethe-Institut? Dass diese spezielle Aninszenierung zustande kommt, da sind wir sehr initiativ gewesen. Also insofern, wenn Sie eine kurze Antwort haben möchten, könnte man sagen, ja. Aber natürlich funktionieren solche Sachen immer dann, wenn man gute Partner hat. Und mit dem Moskauer Künstlertheater haben wir einen hervorragenden Partner. Da kommen also immer zwei Seiten zusammen und natürlich, dass Tilman Köhler sich bereit erklärt hat, das mit uns zu machen und Karoli Riss dabei ist als Bühnenbildner, mit dem er schon ganz lange arbeitet und das Künstlertheater die Schauspieler gefunden hat, die Räume, die Bühnen zur Verfügung stellt. Also da kommen verschiedene Facetten zusammen. Wir sind die Mittler. Die Sachen selber realisieren dann die Kulturschaffenden, die Theaterleute und ich freue mich sehr, dass wir so eine tolle Kombination mit initiieren und auch möglich machen konnten. Нет. Русские – это русские немцы. Русские, которые немцы. Но не говорят по-немецки русские, зато по-русски немцы. Говорит отец. Кажется, я понимаю, но... Нет. Мы едем в город. А я не знаю, почему. За что он едет в город? А я не знаю, почему. Мы едем в город, потому что там, где мы живем в панельных домах. Если мы едем в город на трамвае, то слева нет ничего. Справа нет ничего. Ничего, потом другие дома, не потом дома, 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 другие дома, другие дома. Потом через какое-то время приезжаешь на большую площадь, где достаточно площади для больших домов, для самого большого дома среди всех больших домов. Гигантский дом. Дом-гигант. И я говорю детям. Другим детям. Там работает мой отец. Дети других отцов. Дети других отцов, дети спрашивают. Там наверху? Я говорю, там наверху. Там на самом-самом. На самом, там наверху. Там на самом. Наверху, говорю я. Там на самом спрашивают. На самом. Там на самом. На самом. На самом-самом. Там на самом-самом. На самом-самом-самом. На самом-самом. Там работает мой отец. Смотрит кто-то, у кого другие дети. На меня. Тут ты словно смотришь на меня. На меня смотрят другие дети другого отца, который сопровождает в город детей-школьников. На меня. Тут ты шипишь на меня. Тут ты говоришь я. Не должен такого говорить. Тут ты говоришь я. Не должен такого говорить. Он смотрит на меня. Сочувствием. Тут я говорю, там работает мой отец. Не смотрит на него. Но он не смотрит на их. Он смотрит на меня. Потом вечером нас забирает отец, остановки на длинной улице. А потом по улице мы идем домой. Я спрашиваю отца. Он больше не дом-гигант. Смотришь на меня. Он больше не в доме-гиганте. Злобно смотришь на меня. Все ли он еще там работает? Ты шипишь на меня. Отец говорит. Не будем об этом. Мы больше не будем об этом.
Отец сидит там. В своей комнате. Но не перед кубом с тысячей голосов внутри. Отец сидит? Перед. Проектором. Мы спрашиваем его, что он там делает? Я кручу проектор. Я верчу проектор. Я разбираю его, налаживаю. Я кручу. Я кручу, кручу его. Да, отец не говорит. Отец встает, говорит. Встает. Откладывает вертушку, крутилку, упирает руки в бока. Встает во весь рост, встает впрямись. Самое время встает и говорит. Ну? По кроватям давайте скорее по кроватям, и тогда кое-что увидите. Вот тогда вы кое-что увидите. И мы идем в кровать, но не видим. Мы смотрим глазами наружу, все как всегда. Небо черно-синее, под черно-синим небом. Дом панельный, сокнутый дверь. Здесь светло-синий, нет, настой синевой кажется. А потом... Потом однажды утром отец заходит в детскую комнату и кричит: «Вон аспирин! Мы уже на колесах! Мы едем прочь из панельного города! Из города! Из дома! Мы едем в горы прочь! Мы едем в Швейцарию! Саксонскую Швейцарию! Отец относит нас в кровати и идет в свою комнату. Но потом на следующий день отец не заходит и не кричит. День. Целый день отец остается в своей комнате. Потом вечером он открывает дверь. Говорит, смеется и кричит. Ну! По кроватям и увидите! Но мы не идем в кровать. Ведь мы уже там. Ведь мы день. Целый день мы оставались лежать. Отец этого не замечает. Картинка темная, но картинка движется. Словно кто-то бежит в темноте. Потом вдруг очень быстро, светло, светло, но очень быстро. Светло такой яркий, свет, что ничего не видать. Потом снова темно, 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 а потом светло, так светло, но дольше, медленно, медленно, глаз привыкает к свету. И там ты, и там я, и мы движемся, словно кто-то бежит. Потом снова темно, потом снова темно, потом снова светло. И там ты, и там я.
Под нами серый камень. За нами площадку. Площадки и вид на горы и деревья, и реку. За ними еще горы и деревья. А потом картинка снова темнеет. Но картинка движется, словно кто-то бежит в темноте. Темно, темно. Потом видно вдруг свет, вдруг свет. Вдруг маленький свет, он остер и темноту освещает светло. И там ты, и там я. И мы движемся, словно кто-то. Свет и свет. Свет растет. Свет светлее. Все становится светом. Свет освещает все кругом. Картинка становится светом. Она светится. Она появляется. Она появляется там. Смотрится снова, снова гигантская несвет большого панельного дома напротив. Она там. Она там. 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 Где ее не было? А потом на следующее утро отец заходит в детскую комнату и кричит! Но ты не хочешь наружу, Ивс. Но ты не хочешь только для... Ты не хочешь ее, если она не... Я все это не хочу понимать. Но мне все это не понять. У меня голова как подушка. На следующий день ты не хочешь ехать вместе. Вечером на стене панельного дома у нее только один сын. На следующий день все остаются в ее комнате. День. Целый день. Потом вечером отец открывает дверь, не смеется, не кричит, а подходит к нам. А берет нас за руку и говорит. Ты прав. Ты плачешь? И мы плачем. Ты прав. Но ты не прав! И не прав. Но это никто, никто не хочет понять, почему я плачу. Но никому не никому понять, не понять потому что я плачу. И мы больше не едем в эту, И потом отец не сидит в своей комнате перед кубом с тысячей голосов внутри. Не крутит, не вертит, больше нет. Он только сидит там перед кубом с тысячей голосов внутри. И слушает, и слушает, и слушает, и слушает, и слушает. Когда он потом оборачивается, не кричит, ничего не кричит. Потом он видит, только ты там стоишь. Только тебя. Не меня. Он оставляет его работать. Там, в комнате, в проекте. И он работает, и работает, и работает, и работает. А потом мы идем по длинной улице. Отец, ты и я. По длинной улице, которая сегодня парадная улица. А не улица для парада танков. Улица для парада машин. И каждый день улица для парада машин становится улицей для парада машин на каждый день. На марки. Как сказал бы отец. И на марки, которые здесь вновь, но на самом деле старые. Сказал бы сейчас отец, я бы спросил, я не спрашивал. Мы смотрим на, и мы не говорим ничего. Мы смотрим на иномарки, которые едут вдоль. Едут вдоль улицы, старые иномарки. По улице для парадов машин разворачиваются, едут, едут на запад и снова. Разворачиваются и опять едут на восток. Разворачиваются на запад, едут, но прочь, прочь! Едут машины. По старой улице вдоль мы идем домой. На обратном пути тянутся русские. И русских все больше, и русские всегда по трое. Отец, мать, три
ребенок, и каждый несет отец, мать, ребенок. Вино. Рука отца. Пирог. В руке матери. Картинка перед. Грудью ребенка. Заходят ноги. Им навстречу идут другие трое. Болтаются вокруг дома, вокруг домов. И каждый из них несет. Отец. Вино. Мать. Пирог. Ребенок. Картинку. И ребенок несет картинку. И ребенок несет картинку. Потом картинка скачет, потом вдруг замирает. Ее голова опущена, потом она смотрит вверх. Она смотрит на нас. Она смотрит на нас. Потом картинка снова скачет, потом замирает. Ее голова опущена, потом она смотрит вверх. Она снова смотрит на нас. Она смотрит на нас. Потом картинка скачет, ее голова опущена. Потом она смотрит вверх. На нас. На нас. Потом картинка замирает. Она смотрит на нас. Она смотрит на нас. Она смотрит. Она смотрит. Она смотрит на нас. Она смотрит на нас. Она смотрит на нас. Она смотрит на нас. А потом. А потом. Я вижу там. Замерший, закаменевший зал. Потом я вижу надо мной матрас, он изгибается, я вступаю ногой, но он не отвечает. А потом я лежу там один. Тишина. Совсем. Я выходя потом, я прохожу куб с тысячи голосов внутри него. Стоит в углу, стоит у стены. Умеется. Красный, и желтый, и зеленый. Он, который совсем не работает, который совсем не подключен, и он вдруг вспыхивает, и он вдруг загорается, шум, голоса и мерцание, он вдруг загорается, когда я прохожу. Но на это я не смотрю, проходя мимо. Потом. А потом я лежу там. Подо мной трава, подо мной небо, небо черное синее, оно сияет, оно холодно мерцает, когда я в темноте там лежу, между кнопок они белые, 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 мерцают и загораются, потому что я медленно небо вращаю. Я не боюсь. Из затерянных я лежу там и слушаю внутрь, и слушаю наружу, наверх, наверх, еще на синее небо. А потом я лежу там, а потом засыпаю, а потом засыпаю.
тремя парными домами, многими звездами, и прижимаюсь к гигантскому камню. И мне больше не холодно. Я не холодный. А ночью, потом, отец заходит в детскую. Я лежу. И находит меня, и меня. Там. Не находит. И отец ищет. И отец ищет. И отец разыскивает. Под... Подо мной трава. Одеяло под... Надо мной небо. Кроватью. Черный с синим. В холле, на кухне, в ванной. В комнате, в своей комнате. У куба с тысячей голосов внутри. Оно сияет, оно холодно мерцает, когда я в темноте. На улице около... Длинные улицы, парадные улицы. Лежу там. Которая теперь не улица для машин, не улица для парадов. И отец ищет, и отец пытается. Отец испытывает себя. Посреди кнопок, белых и... Отец ищет себя. Белых и белых и... Отец ищет себя. Мерцает края. Отец ищет себя. Потому что я медленно не верчу. На улицах, на других улицах. Я не боюсь. На улицах других. Я не боюсь. Улицах, между домами, домами других. И другими домами, домам. Между затерянных я вижу. И звонит. Там. И не может надпись звонка прочитать. И слушаю ноги, и слушаю наружу. Ты звонит. Наверх, наверх. Раз, два, три, третий сверху. Черно-синее небо. И снизу. Везде звонит он. Оно тихо, тише. А потом я там лежу. А потом засыпаю. А потом сплю. И говорит говоритель. У трех затерянных четырех панельных домов многих звезд. Прижимай к гигантскому камню, и мне больше не холодно, я не холодный. Ну, отцу не понять. А потом начинает он мерцать, тот затерянный, а потом... Отец ищет. Разыскивает. Начинает он мерцать, тот затерянный, а потом начинает мерцать он. Затерянный. Начинает. Мерцает. А потом он, а потом начинает мерцать тот курс тысячи голосов внутри. Начинает. Отец ищет. Разыскивает. Мерцает. 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 Мерцает.
русские выходят из домов наружу, тянутся вокруг домов, в дома по трое внутрь, трижды трое наружу, тянутся отец, мать, ребенок, двое отцов, две матери, двое детей, тянутся со светом огнями вокруг домов. И русских все больше, и русские всегда по трое. Нет, царь. Трижды по трое. Нет, царь. Трижды по трое. Нет, царь. Трижды по трое. Нет. Трижды по трое. Тихо, очень. Тихо сначала. Почти не слышно тут. Тихо. Совсем. Отец ищет. Разыскивает. Словно издалека так. Тихо. Совсем. Тихо сначала. Раскаты грома. Тихо. Очень. Тихо. Потом снова раскат. Тихо. Потом громче. Снова раскат. Раскаты тихо. Потом громче. Потом раскаты грома. Еще раскат громче. Потом громче. Потом снова раскаты и... Трижды, 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 триж
рвутся, Раскаты еще громче. Раздаются шаги. Становится трижды. Панельный дом. Придет ледник. Что? Ледник. Что? Ледник. Что? Ледник. И ждут, что? Ледник. И ждут, что придет. И ждут, что придет. Ледник. И ждут, что придет. И ждут, что придет ледник. Что придет ледник. Что придет ледник. Что придет ледник. Придет ледник. Придет ледник. Тянется свет по домам и по улицам.
и тянется свет по домам и по улицам. И тянется свет по домам и по улицам. И тянется свет по домам и по улицам. Он приходит и берет меня с собой, и берет меня наверх, вверх, и я его не вижу в свете. Но его теплоту я ощущаю, и мы не говорим ничего. Мы не говорим ничего. Natürlich das Kreuz erstmal symbolisch und der Tod prinzipiell ein großer Vertreter des Verlustes. Alles klar. Ja. Und das sind natürlich jetzt Experimente, es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, das zu erzählen. Also es ist spannend, mit den Schauspielern zu finden, welche Zeichen man da setzt, wie stark man das aus der Geschichte im Text wahrnimmt. Und in der Schwierigkeit vielleicht auch in der Übersetzung ist es jetzt so ein gemeinsames Finden, in welchen Situationen benutzt man welche Zeichen, wie kann man das zusammenfügen, denn gerade textlich ist das Ganze eine richtige Komposition und da ist sozusagen neben dem Wort die Bewegung, Zeichen und Material auch sind große Teile dieser Komposition, die wir mit der russischen Sprache, die uns ja nicht so vertraut ist, dann auch wirklich in eine Richtung bringen wollen, so wie sie die Spieler nutzen und verstehen können. Es ist das dritte Mal, dass ich jetzt hier in Moskau bin. Das erste Mal war 2005, das war noch so ein Studentenfestival, wo verschiedene Produktionen waren. Da waren wir mit einem Gastspiel da, das war das erste Mal. Aber nicht in MKT? Da waren manche in der angeschlossenen Schauspielschule waren irgendwie ein paar Veranstaltungen, aber es war eigentlich in ganz verschiedenen Schulen hier. Und dann war vor 2 Jahren jetzt die Vorreise für das Projekt und jetzt das dritte Mal eigentlich. Und vor 2 Jahren war es auch schon was. Minus 20 Grad oder minus 15 Grad. Aber und dann ist es so, dass das hier ein neuer Text ist, der eigentlich eine
sehr freie Form hat, also eben keine speziell eingeschriebenen Rollen, wenn man so will, sondern es ist wie so ein Fließtext geschrieben. Und man muss eigentlich da drinnen wie die Entscheidung fällen, mit wie vielen Leuten macht man das. Und das war, da haben wir uns dann dafür entschieden, dass wir das mit drei Männern und einer Frau machen und diese Geschichte erzählen. Und dann war es eigentlich so, dass das natürlich mit dem Theater, die haben ja hier ein wahnsinnig großes, tolles Ensemble, über 100 Schauspieler oder 120 Schauspieler, kann man sich in Deutschland gar nicht mehr vorstellen, eine solche Ensemblegröße zu haben, wahnsinnig unterschiedliche Menschen, die jetzt natürlich, wenn man da von außen kommt, überhaupt nicht jetzt einsehbar sind.